Конечно, всегда приятно иметь свежий маникюр, а главное еще его и сохранять в хорошем состоянии. Но вот если для маникюра нам нужны специальные принадлежности, то для собственного сада нам тоже нужна совершенно отдельная история. И очень здорово, если она будет под названием Bosch. Ну что, привет, привет, Юлик. Ты являешься экспертом бренда Bosch. И как раз-таки сегодня сможешь нас ознакомить с тем, что может нам помочь в домашнем хозяйстве. Привет, Кристина. Доброго весеннего вечера всем. И мы начинаем. А сегодняшний наш вечер посвящен маленьким помощникам от Bosch. Маленькие помощники – несколько маленьких инструментов, которые сделают вашу жизнь гораздо легче, гораздо комфортнее, гораздо проще. Вы будете меньше тратить времени на уборку и дома, и сада. А теперь пройдем в наш дом. Вот он у нас здесь. Первое, что видим – Мы не видим солнечного света, а впустить его в дом очень хочется. То есть надо помыть окна. Смотрите, какое импровизированное окно, которое очень похоже на то, как окно выглядит у нас весной, мы для вас сделали. И что же с ним надо сделать? А просто помыть. А для этого мы будем использовать нашего первого помощника. Это аккумуляторный вакуумный стеклоочиститель от Bosch. Называется он GlassVac. Итак, начинаем мыть окна. Смотрите, насколько это просто. Сначала на окно мы побрызгаем моющим средством. Моющее средство берем абсолютно любое, которое можете найти в магазине. Но потом нужно немножечко все-таки вытереть, если у вас какая-то грязь застоявшаяся. Растереть ее вот так. И самый главный момент, когда начинаем убирать. Он самый главный, он, собственно, самый приятный. Посмотрите, вот такими скользящими движениями, очень быстро. Мы могли бы и Кристину привлечь, но я это люблю делать сама, поэтому даже никого не привлекаю. Юля, а подскажи, пожалуйста, а ведь это идет как-то комплектом сейчас, да, вот два устройства, или же нет? Это один комплект, да. И это очень удобно, потому что в одном комплекте вы можете купить сразу и пульверизатор, да. И вот такую к нему накладочку фибровую мягкую. Таких накладочек в комплекте у вас будут две, большая и маленькая. Ну, собственно, для тех мест, куда большая не влезет, не подойдет, а вы все равно дотянетесь и помоете ею. И в этом же комплекте идет, собственно, сам стеклоочиститель. Вы видите на нем большую щетку. Кстати, уже здесь люди в шоке пишут, реально чисто. И мой любимый бренд, обожаю Bosch. И я, и вот даже Наталья пишет как раз-таки, Bosch мой самый любимый бренд. Вау, ну то есть действительно всем нравится. Так. Наталья, спасибо. Я сейчас расскажу еще очень много интересных вещей именно об этом инструменте. Вообще Bosch отличается тем, что компания очень инновационная. Угу. И рассказывать это можно прямо о каждом инструменте. Что мы видим здесь? Видите, вот эта щетка, это крупная щетка 26 сантиметров, есть еще маленькая 13. Она состоит из нескольких слоев. И эта щетка, это очень известная последняя инновация Bosch. Вы, конечно, знаете, насколько славится Bosch производством автозапчастей и комплектующих для автомобилей. Так вот, чтобы сделать щеточку для этого стеклоочистителя, мы взяли технологию тоже из автоиндустрии. И, кстати, вот Константин как раз-таки спрашивает, а на авто можно стекла ей мыть? Ну вот просто сразу же подлавливает буквально. Константин, конечно, можно. Для этого я бы брала щетку, которая немножко поменьше. Ну, смотря для кого, какого стекла. Для бокового, наверное, вот такую маленькую. Но если вот такой маленькой вы будете мыть окно даже дома, может быть, небольшое окошко, то она точно так же очень быстро и хорошо будет отмывать. И чем хороша эта щетка? Ею вы сможете помыть стекло в автомобиле, даже, собственно, зеркало заднего вида внутри и боковые зеркала по бокам автомобиля, что, конечно, очень нужно для безопасности. То есть автомобиль мыть очень удобно, вышел, помыл. Чем эта щетка отличается от обычных щеток? Ага, про технологию я вам не рассказала. Очень интересен процесс изготовления этих щеток. Это прям отдельная история, которая мне очень нравится. Как делаются вот эти резиновые накладки?
заливается раствор в специальную форму, потом вынимается и, собственно, устанавливается на инструмент. Это делают все, но, конечно же, не Bosch. Что делает Bosch? Мы заливаем форму, а потом разрезаем. И у щеточки получается очень-очень острый край. Вы видите, что вот с этой стороны мы специально использовали средство, которое нанесли на окно, вот оно белесое, чтобы было видно. А с этой стороны щетка вся чистая. То есть все остается с одной стороны, ничего не размазывается. И эта щетка сделана с запатентованной технологией Power Protection Plus. Технология позволяет ее сделать не только прочной, но и очень мягкой, мягко примыкающей к окну и очень-очень мягко скользящей по окну. Не остается разводов, как вы видели, и нету вот этого ужасного скрежета, который может появляться, когда вы иногда проводите чем-то по стеклу, даже иногда пальцем своей руки. Вот здесь этого не будет. И чистое стекло с первого раза. Вот эта технология используется, взятая от автоиндустрии, в стеклоочистители. Юля, тут ты знаешь, тут много вопросов, потому что у нас, например, вот представлено два стеклоочистителя Bosch, но они вот разные по ценам. Чем их характерное отличие? Хороший вопрос, потому что я знаю на него ответ. Так. Итак, у нас в программе несколько стеклоочистителей. Сейчас мы рекомендовали две модели. Собственно, отличаются они именно шириной вот этих насадочек, щеточек. Здесь вы видите щетка 13 сантиметров. И вот такая щетка 26. По собственному опыту я скажу, что в основном мою все-таки стекла дома. Иногда мою стекло душевой кабины, тоже широкое. Отмываю плитку в ванной, быстро собираю воду. Поэтому вот это оно более функционально. И это более простой набор. В него входит одна щетка, вот такая с резиновой накладкой. И на пульверизаторе тоже большая, очень удобная накладка из микрофибры. Это один набор, а второй набор более полный. В него будут входить уже две щеточки и две накладочки, побольше и поменьше. Ну, собственно, для всех нужд, возможно, для автомобилистов, возможно, еще для чего-то. Как, например, одна из функций этого стеклоочистителя, почему он отличается? Ну, на рынке много моделей. Вы видели, что я им вытирала окно, мыла окно не только вертикально, но и горизонтально. Посмотрите, вот сама его высота, это всего 22 сантиметра, то есть он очень-очень компактный. Почему это важно? Обычно мы моем окна и доводим стеклоочиститель прямо до подоконника. До конца, да. Он уткнется у вас вот сюда гораздо раньше, если будет той длины, которая продается на рынке. Bosch что сделал? Просто укоротил модель за счет технических изменений. Поэтому можно мыть практически до конца. Вот сейчас мы еще раз набрызгаем, еще раз протрем. И вот, кстати, так вот маленькой щеточкой доведем до конца. Спрашивают как раз-таки, сколько служит по времени эта щетка? Сколько по времени служит у вас автомобильные щетки? Вот, собственно, технология одна и та же. Кто-то, кто редко пользуется, возможно, будет использовать их 5-7 лет подряд. Ну, вот я примерно из таких людей. Я все время что-то забываю или экономлю, не знаю, но редко меняю. Кто-то меняет раз в год. Будет зависеть от того, как часто вы моете ваши стекла. Но, опять же, повторюсь, именно эта технология делает щетку очень-очень устойчивой к повреждениям и очень с долгим сроком службы. То есть не только комфортно, но и долго служит. Сейчас покажу еще одно применение, очень интересное. Тут также есть еще вопросы, отмоют ли окна после строительства дома? Хороший вопрос. Значит, что со строительством дома? Я только буквально завершила этот счастливый момент и отмывала окна. Там, где на окнах появляются такие ошметочки, ошлепки грязи от извести, от цемента, еще от чего-то, которые трудно ножом оттереть, конечно, он их не снимет. Любую другую грязь, которая может быть, как вам сказать, растворена на окне и растерта, вот это он все снимает. Потому что принцип работы пылесоса. Вы брызгаете на окно, но не смываете обычной щеткой до низу, что у вас стекает вся грязь, а проводите стеклоочистителем, и он засасывает эту грязь, как пылесос. И у вас подоконник все чистое.
А теперь, если вы посмотрите вниз, на столе иногда какие-то лужи разливаются, вино, соки, еще что-то. У стеклоочистителя Bosch есть удивительное свойство. Вот так вот, покажу здесь. Раз, и все. И ничего нету, и все чистенько. Одно из его удивительных свойств – это то, что он может собирать все жидкости с горизонтальных поверхностей. И если он у вас где-то под рукой стоит, вы можете в любой момент его взять, включить, ну и, собственно, собрать все, что у вас разлилось. Ну, а тут еще как раз такие вопросы. Насколько хватает заряда пылесоса? Это тоже интересный вопрос. Почему спрашивают? Знаю почему. Потому что считают, что аккумуляторный инструмент, ну, какой тут аккумулятор? 3,6, он небольшой, инструмент сам где-то 700 грамм весит, очень-очень легкий. Аккумулятор, так кажется, что будет работать недолго. А что же на самом деле? Вот этого заряда аккумулятора, который полностью заряжен, хватит примерно на 35 окон. 35 окон мы посчитали, в среднем это около 100 квадратных метров. Вот представьте себе такую зеркальную или стеклянную поверхность, а зеркала он точно так же будет отмывать, очень чистый, с первого раза, которую вы моете. Вот это продолжительность работы на одной зарядке аккумулятора. То есть мы измеряем даже не в часах, а все-таки в окнах или в квадратных метрах поверхности, которые вы чистите. Также спрашивают, а есть ли запасные щетки в комплекте? Или их можно где-то купить? Вы можете купить дополнительно, они являются аксессуарами, можете их дозаказать, если нужно, то есть если в комплект не входит, дозаказывайте. Но если вы, так сказать, адепты чистейшего образа жизни, если вы чистюли, конечно, стоит купить полную версию, где будут сразу и две щеточки, будут сразу две вот таких вибронасадочки, микрофибронасадочки. Вибро у нас будет другой инструмент, и ими можно отмыть любые поверхности, любой площади в вашей квартире. Это очень удобно, и при этом спрашивают, а насколько тяжелый, да, по весу данный аппарат? Ну вот могу дать Кристин подержать, да. Лучше, вот. А, я рассчитывала, она взяла, на что весит, вскочила. Да, очень легкий. Да, 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 очень легкий. Сейчас он не наполнен водой, мы совсем немножко помыли. Когда он наполняется водой, которую вы собираете, вот эта емкость заполняется. Емкость внутренняя рассчитана на 100 мл, то есть полстакана воды, которую вы собираете соком. Когда вы помыли окошко, пробочку открываете и выливаете в раковину все, что у вас там скопилось. Вот сейчас не буду выливать, закрою. После того, как водичку вы вылили, снимаете щетку, сюда налили чистую водичку, сполоснули, опять открыли пробку и вылили. Почему это удобно? У вас нет дополнительных деталей, у вас все в одном. Вот знаешь, Кристин, есть эти комбайны, тысячи насадок, да, ты да, входишь да. и начинаешь соображать, из чего его собрать, чтобы начать что-то делать. Этого нету в нашем гласваке, здесь все сразу в комплекте, все компактно, все предусмотрено так, чтобы вы никогда ничего не потеряли. Смотрите, все прикручено, все такое резиновое, приятное, мягкое. И он еще к тому же и красивый, и не поверите, ему за это вручили премию. Да ты что, а что за, есть какая-то специальная премия, да? За красоту, да, ну, не совсем за красоту. Есть такая премия, называется она Red Dot Awards. Премия, которая вручается в Европе за инструменты брендом или за маркетинговые компании, особо инновационные, особо комфортные для пользователя, особо красивые в том числе. Туда входят разные-разные параметры, и экология, и возможность переработки и так далее. Так вот этот инструмент получил премию Red Dot. То есть он у нас премированный призер соревнования по инновациям, функциональности и красоте в том числе. Просят еще раз показать, как моет окна, потому что кто-то не увидел и только присоединился. И при этом еще спрашивают, а отмоет ли витражные окна? Витражные окна. У витражных окон есть такая тонкость, что там есть очень много маленьких деталей.
Поэтому если величина вашего витражного окна отдельных элементов примерно не больше 13 сантиметров, то вы можете вполне им пользоваться. Опять же, витражи бывают разные, вот наполнители, которые между окошками, они тоже разной толщины. Чем тоньше наполнитель, тем с большей вероятностью вы быстро очистите. Но, конечно, если у вас мелкий витраж, вам будет недоступно вот это мягкое скольжение инструмента по стеклу. Поэтому с витражами может быть проблема. Если крупные детали, да, это ваше. Я бы что предложила? Я бы предложила вернуться позже, потому хорошо, что у меня для вас еще целый сад тут спрятан. Тогда мы вернемся позже, да, мы пойдем дальше. Так, ну что ж, у нас тут все равно активно, вы уже поняли, да, что здесь мы сейчас представляли. И вот весь перечень товаров, который представлен сегодня на платформе Озон от бренда Bosch. Вы просто-напросто добавляете это в корзину, сегодня по специальным ценам в течение эфира. И еще час после его завершения вы можете все это приобретать. Ну что ж, Юль, пойдем дальше. Я так понимаю, мы отправляемся в сад. Все в сад. Пойдем. Правильно, Кристина, так. Идем. Итак, сад. Вы знаете, что весна – это время, когда мы начинаем готовить сад уже к лету. Первые работы, которые делаются в саду, я, собственно, не очень их люблю, мне бы что-нибудь посадить и украсить, а здесь нужно, наоборот, спилить, убрать и подрезать. Это подрезка плодовых деревьев. Чем режут плодовые деревья? Берут вот такую пилу, собственно, довольно практично, и начинают ею работать. Но у Bosch есть свои подходы. Сейчас одену перчатки, а то я к концу шоу уже вся буду в стружках, так, в дереве. Перчатки у тебя модные такие, на самом деле. Все очень стильно выглядит, правда. Да, да. У Bosch, собственно, есть очень много разных приспособлений, устройств, которые делают вашу жизнь не только комфортной, удобной, но главное – безопасной. Поскольку компания прежде всего думает о безопасности пользователей, и все инструменты на это рассчитаны. Вот для того, чтобы обрезать плодовые деревья, высокие деревья, толстые деревья, мы рекомендуем вот такую сабельную пилу, садовая сабельная пила, ножовка. Посмотрите, как она работает. Да. Давайте. Сейчас мы вот так закрепили веточку, и начнем ею пилить. Ой, моментально просто срабатывает. Видите, как быстро? Да. Давайте но и при разу. Этом мне нравится, что она придерживает ветку, получается. Хоп. Да. То есть вы даже не замечаете, когда я это делаю, настолько быстро это происходит. А что интересно, вы заметили, что я это делаю одной рукой? Ну вот здесь у меня веточка закреплена. А представьте, что она у меня находится высоко. И это дерево. Что бы я должна была сделать? Я должна была бы подтянуться, я бы должна была взяться за ветку и ее резать рядом, пилой, пилить. То есть у меня и эта рука задействована, да еще и в непосредственной близости от довольно острой пилы. Чтобы этого избежать, придумали инструмент, который позволяет работать только одной рукой. Одну руку отпускаем. Да, сейчас я кое-что скажу. Виктор, простите, пожалуйста, Юлия действительно еще раз продемонстрирует потом вам, как моются окна. Просто вы в следующий раз, если будет возможность, присоединяйтесь сразу, чтобы вы как раз-таки видели сам процесс изначально. Мы чуть позже вернемся, поэтому, к сожалению, мы не можем постоянно быть именно с чем-то одним. Все, продолжаем. Виктор, вернусь. Да. Итак, что придумали, чтобы работать одной рукой? А придумали всего лишь вот такую насадочку. То есть все гениальное, оно очень просто. Мы эту пилу привезли на рынок уже пару-тройку лет как, но до сих пор я видела, что есть уже компании, которые пробуют повторить, но по функционалу, вот по этому комфорту, по удобству, пока что я не встретила вот такие насадки. Насадка съемная, ее можно снять. И вы видите, что с насадкой ширина вот эта, она 6 сантиметров. То есть это для небольших веток до 6 сантиметров. Ну, а наиболее практично, ну, то, что я, например, делаю, это ветки примерно вот такой толщины. Это 2-3, может быть, 4 сантиметра. Ну, вот 2-3-4, это то, что идеально она режет. Еще раз вам покажу. Прислоняете к ветке одной рукой. Видите, что вот здесь зубцы, они сразу жестко фиксируют ветку.
И вам остается только разнести эту аудиторию. Да? Надеюсь, мы ничего не повредили. Быстрый, сильный, комфортный инструмент. 10,8 вольт аккумулятор, встроенный здесь, заряжается от, собственно, небольшого зарядного устройства, которое идет в комплекте. Аккумулятор, как и у всех инструментов Bosch, литий-ионный. А вы знаете, что литий-ионный аккумулятор, он не имеет свойства саморазряда, долго хранит свою зарядку, не разряжается и очень удобен в использовании во всех инструментах. Что еще хотела сказать? Да, и вот спрашивают, она аккумуляторная, вот как раз-таки Виктор говорит, Виталий говорит. Да, да. Она да. аккумуляторная, да? А сегодня я вам показываю исключительно аккумуляторные инструменты. Почему? Да потому что это будущее. Уже давайте отвыкать от бензотехники, ее производят все меньше и меньше компаний, и привыкать, что наше будущее – это беспроводные устройства, аккумуляторы. Итак, вот еще на что хотела обратить внимание, это баланс этого инструмента. Когда я держу вот так посерединке, вот видите, как он балансирует? Вот я прямо на двух пальцах, и он меня вот так вот будет качаться и не уклоняться ни вперед, ни назад. Почему это важно? И это вы встретите во всех инструментах Bosch, особенно в тех, которыми вы работаете, например, одной рукой и, например, на вытянутой руке. Вам не нужно дополнительно давать усилия, чтобы придерживать инструмент за конец или за его начало. Он всегда будет удобно сам вот за счет этого баланса лежать у вас в руке. И я не зря сказала о безопасности. Практически на всех инструментах вы видите вот такие боковые кнопочки с одной и с другой стороны, в зависимости от того, какой рукой или каким пальцем вам удобно нажимать. Это так называемая блокировка безопасности, и инструмент без этой блокировки вы не включите. То есть, чтобы запустить пилу, сначала выключаем блокировку, а потом уже нажимаем на кнопку пуска. Тогда инструмент включается. Тут вот как раз вопросы подоспели. А аккумулятор подлежит ли замене и сколько времени держит аккумулятор? Мы всегда говорим, что в таких инструментах невозможно говорить о времени, которое держит аккумулятор, скорее о той работе, которую вы сможете выполнить. Например, вот для такой сабельной пилы вы сможете перерезать от 20 до 190 веток или палок разной толщины. И, конечно, будет зависеть от того, какой толщины у вас ветка, какая древесина, сухая, более жесткая или более мягкая, молодая. Собственно, вот от этого будет зависеть, как долго работает. А тут вот еще как раз-таки пишут по этому поводу, вот, что берут маленькие деревья. А если побольше дерева справить, или есть какой-то другой аппарат у Bosch, который просто сегодня не представлен? Для большого дерева всегда есть надежный аппарат, цепная пила. Их есть у меня. Я, к сожалению, не смогла принести в эту аудиторию через пропускной пункт весь ассортимент Bosch, но она есть. Есть цепная пила, она 18-вольтовая, и она срежет и большое дерево, дерево покрупнее. Есть пилы цепные электрические, разные длины, 35-40 сантиметров, очень мощные. Но для более мелких работ, вот такие как ветки, вполне подходит вот эта пила. И, как я сказала, если у нас насадочка, то это 6-сантиметровые ветки. Как только мы ее поднимаем, вы видите, какой длины у нас пильное полотно, это для веток до 8 сантиметров. И что интересно, это не только для сада. Сейчас мы посмотрим, какие еще есть полотна. Полотна, собственно, универсальные. А вы видите, что посадочное место у полотна, оно абсолютно обычное, универсальное. В комплекте с этой пилой, если вы, например, сегодня по промо ее возьмете, будет полотно по дереву. Но отдельно, в наборах или просто в разнобой, вы можете купить полотна по металлу, по дереву, по пластику. Дерево-металл, то есть любое полотно, и бошевское, и не производство Bosch, которое подойдет по посадочному месту к этой сабельной ножовке, и которыми вы сможете пользоваться. Ну и таким образом, собственно, не только вот такие ветки вы можете резать пластиковые трубы, можете штакетничек свой подровнять, если есть необходимость где-то вокруг огорода.
Можете металл в небольшом количестве перерезать, если быстро нужно, то инструмент у вас всегда под рукой. А главное, всегда заряженный, и зарядку эту не будет терять при хранении. А вот спрашивают, а что вот им пилить, кроме тоненьких веточек? Наверное, пока писали вопрос, я постаралась уже и ответила. Вот, да, мне кажется, тоже, Виктор, вы просто, если сейчас не слушали, то быстренько можем то еще можно раз повторить. Перепилить, да, буквально, а тут последний вопрос. Досочки, подрезать штакетник, выровнять, пластиковые трубы, если вам нужно при ремонте перепилить, вам нужно только подобрать пильное полотно соответствующего назначения, металл, дерево, дерево-металл или пластик, и, собственно, воспользоваться этим инструментом. А в комплекте, еще раз повторюсь, будет идти полотно по дереву, потому что все-таки основное назначение вот с такой насадочкой – это ножовка для сада. Это очень удобный, небольшой и легкого веса, около 700 грамм садовый инструмент. Ну, мне кажется, это действительно очень здорово, что сейчас вы получаете полный обзор. Вот кто-то писал, что хороший бренд в рекламе не нуждается, а дальше ему ответили, так как бы ты узнал про тот или иной товар. И вот сейчас представитель Bosch, да, как раз-таки это не я, мы не сравниваем вообще себя с телемагазином, потому что здесь есть прямой представитель бренда Bosch, Юля, которая отвечает на все ваши вопросы. Честно скажу, я ничего не знаю в этой технике, я вот сейчас, на самом деле, открываю для себя совершенно новый мир. Ну а если вы уже готовы купить, то посмотрите, вот перечень товаров, которые уже представлены на платформе Озон, и вы смело можете добавлять их в корзину и приобретать. Сегодня есть скидки, вы понимаете, кто-то писал, что маленькие скидки, но опять же, посмотрите, о какой технике мы говорим. Даже такая скидка всегда приятна. Ну что, так, кстати, кто-то спрашивает, а есть ли расписание эфиров по Bosch? Настолько интересно узнать все о технике, потому что ваши коллеги приходят, которые с кухонной утварью, там кто-то с техникой, и очень много интересного. Ну, я думаю, скоро сделаем обязательно. Так, Юль, ну куда мы идем дальше? Что мы будем сейчас делать? А дальше мы с вами идем по саду. Мы с вами сначала занялись подрезкой плодовых деревьев, посмотрели, для чего можно использовать вот такую ножовку. Это, собственно, для больших работ. Но есть работы, которые я бы назвала очень деликатными и ювелирными, для которых не подойдут такие большие брутальные инструменты, даже как кею, я уже не говорю о пиле. Нужен обычный секатор. Но, конечно же, у Bosch он не совсем обычный. Мы выпустили на рынок уже три модификации секатора, и вот сейчас я вам показываю третью, самую новую. Немножко приоткрою завесу тайны. Это модель, которая только вышла на рынок, и в магазине, скорее всего, вы ее увидите где-то со следующей недели. То есть это буквально вот первые-первые образцы, и мы уже готовы вам их показать. Внешне он немного похож на модель, которая была до этого, но функционально есть отличия, о которых я сейчас вам с удовольствием расскажу. Секатор называется Easy Prune. Prunning по-английски обрезка. Он как раз для обрезки, для каких-то небольших работ. Итак, секатор. Что мы им делаем? Ну, конечно же, самое удобное – это подрезать цветочки, подрезать небольшие ветки, все, что делают секатором в саду. Пойдем мы от самых простых заданий, вот такие вот ветки, которые потоньше. Ну, конечно, что тут делать? Это так приятно все, это так медленно стрижется. Это такая... Ну, кстати, так легко, я не знаю, как будто просто листочки бумаги сейчас подстригаются, это, да? Кристина, знаешь, такая нирвана, вот ты так режешь, это успокоительная какая-то медитация очень-очень-очень, мысли приводятся в порядок, и сад приводится в порядок. Берем веточки потольше, потолще. Это так, звук какой-то появился. Зажужжало. Вот тот самый, да, секрет, мне кажется. Да, да, да. Это даже не секрет, это та технология, которую придумал Bosch. Что происходит? Я специально вам показала тонкую веточку, которую он режет вот так вот, беззвучный, то, что мы назвали нирваной. И чтобы из этой нирваны нам не выпадать, мы начинаем резать толстые ветки, собственно, с таким же удовольствием. Сейчас возьму ветку потолще, ну, потому что интересно испробовать все возможности. Вот, к примеру, вот такую, да, веточку и вот. О! И, собственно, тоже. Раз, два. Представьте, что я в саду, и вот я резала вот это,
а потом раз, и мне захотелось что-то еще и вот такое. И вот это, вот, собственно, не напрягаясь, я тоже вот так же быстро режу. Юль, а скажи, пожалуйста, ну, если это новинка, у тебя еще нет ее тоже дома в своем, скажем так, таком сундучке садовника, я не знаю, как это правильно даже назвать? Ну как, у меня бы, если бы не было, разве бы я здесь была? А, то есть он уже есть, появился Но с самого тестовые начала. Образцы, тестовые, ага. Да, а те, что поступят на рынок, собственно, мы сразу готовы предоставить магазину «Озон», поэтому вы его найдете в продаже, я думаю, что уже со следующей недели. И сейчас вам расскажу и покажу, чем же этот секатор отличается, собственно, от обычных. Да зачем он вообще нужен, если да. обычные есть, начиная от 500, от 700 или от 1000 рублей. Как он делает вот эту фантастическую работу? Потому что ручным секатором, чтобы вот так обрезать, вы будете двумя руками налегать на секатор, выбирая еще рычаг подлиннее, чтобы обрезать. И почему я это делаю вот так вот мягко, приложив руку, и смотрите, как он у меня хорошо лежит в руке, то есть абсолютно по женской руке. Кстати, не надо его стараться схватить вот здесь, это бесполезно, потому что он все сделает за вас, не надо работать за него. В этом секаторе, веточку сейчас уберем, чтобы не мешало, и буду вам рассказывать. Вот в этой его части находится специальный силовой датчик, который определяет, какое усилие вам надо приложить, чтобы разрезать ветку. И если своей силы мне не хватает после маленьких веток на большой, он включается. Сигнал подается вот сюда, на моторчик. Около моторчика расположен аккумулятор. Аккумулятор запускает катушечку, которая наматывает трос. Трос расположен между двумя ручками секатора. Трос наматывается как на катушку, но это не обычные нитки или тонкий тросик, это суперпрочный трос из полимерного волокна. Из таких волокон делают специальные снаряжения для парашютистов, для скалолазов, там, где очень-очень большое усилие прилагается ко всем составляющим их оборудования. Трос сжимается, и секатор за вас делает эту работу. И автоматически разжимается. Здесь стоит, собственно, пружинка. Автоматически обратно вам тоже не надо прикладывать никаких усилий. Видите, он разжимается обратно. А что еще тут интересно в этом секаторе? Это, конечно, лезвие. Большинство режущих лезвий, которые есть в садовой технике Bosch, они у нас делаются на швейцарском заводе, лезвия очень острые, из нержавеющей стали, а эти лезвия еще можно и заменять. Но, конечно, заплатив деньги за качественную вещь, вы не захотите, если у вас лезвие сломалось или что-то с ним произошло, просто выкинуть. Поэтому в комплекте будет идти ключ, вот вы видите посадочное место для ключика, вы раскручиваете, снимаете лезвие и можете купить его как аксессуар и поменять. То есть вещь у вас будет очень-очень долговечная, даже если что-то произойдет с самим лезвием, хотя, конечно же, оно служит очень долго. Вот эта технология Power Assist, она разработана Bosch'ом именно для секатора. Power Assist, то есть помощь силовая в том, что вы работаете в саду. Еще опять хотела сказать о безопасности. Посмотрите, вот здесь красной кнопкой, красным цветом отмечена кнопка безопасности. Вот в таком положении секатор закрыт. Вы его можете хранить, и у вас ребенок, даже если схватит, он ничего с ним не делает. Все закрыто, все лезвия закрыты, ничего не работает. И здесь же находится входное отверстие для зарядки. Это мини-USB разъем, самый стандартный. Если вдруг потерялось у вас или под рукой нету именно от секатора, то берете любую зарядку от телефона, мини-USB, и заряжаете этот секатор. Да, но и при этом тут, конечно, например, Василий пишет, что готов за пару тысяч подстричь сад, приглашайте. Так я вам хочу сказать, получается, Василий, слушайте, вас можно пригласить всего трижды, да, а бренд Bosch использовать несколько десятков лет. Тут немножко какая-то странная, мне кажется, математика, да, то есть проще купить один секатор. Василий, извините, я уверена, что вы сделаете это хорошо, но тем не менее. Но мне очень понравилось, что действительно нету какого-то сильного нажатия, то есть не нужно прилагать усилий, потому что я помню, что действительно обычным секатором ты сжимаешь двумя руками.
Слушайте, ну уже весна, сейчас как раз, да, начнется вот сезон облагораживания всего, мне кажется, да? Конечно, и он уже начался, и, ну, для любителей, защитников природы, коим я точно являюсь, я скажу, что вот такие ветки, это, собственно, из сада, который мы начали уже чистить, поросль деревьев, но иногда эта поросль дикая бывает совершенно великолепной. Смотрите, вот такие перламутровые, жемчужные почки уже открываются в наших садах. Ну и, собственно, вот этот секатор – это орудие труда флористов, работая которым они вполне могут вот так вот быстро, вот так, не прилагая усилий. Вы видите, когда мне хватает моей силы, он даже не включается вот на этих ветках. Между прочим, когда он не включается, мы еще и экономим заряд аккумулятора. Вот слышите, сейчас включился. То есть вот здесь мне силы не хватило. Могу выбрать вот еще одну веточку. Вот это, наверное, потолще. Вот, слышите, жужжит. И тут же загорается индикатор. Когда горит индикатор, вот здесь вот, значит, ветка у нас достаточно толстая. Вот так вот еще раз загорелся, вы видели, да, уже мы все тут нарезали, это наш прекрасный букет. И вот такой букет без всяких проблем получается меньше, чем за минуту и абсолютно без всяких ваших усилий. Вот такой букет для наших дорогих женщин, весенний, с весной вас, и не делайте работу в саду какими-то трудностями. Она всегда должна быть наслаждением и всегда должна приносить вам радость в жизни. Собственно, что мы и делаем? Делаем жизнь легче и комфортнее. Но и при этом это же действительно вот свежее дерево, то есть не какие-то сухие ветки, да, которые легко состригать, обрезать. Здесь действительно нужно прикладывать усилия, но все равно молниеносно справляется с этим бренд Bosch. Мне это очень нравится, но я не могу не заметить, что здесь еще есть несколько изделий данного бренда, о которых обязательно нужно поговорить, потому что, вот мне кажется, мы такую сейчас сделали черную работу, а сейчас уже переходим к эстетическому удовольствию. Так, что это такое? Конечно, Кристин, я всегда на сладкое оставляю, как и любая женщина, что-нибудь самую вкусняшку, что-нибудь самое любимое. А лично у меня это небольшой вот такой маленький помощник для вашего сада, который называется Изио. Изио несколько ассоциируется с английским словом easy, легко. Это ножницы аккумуляторные для стрижки травы, кустов. А сейчас вот на Изио вы видите насадочку для стрижки травы. А ее ширина всего 8 сантиметров. Для чего это нужно? Вы постригли газон косилкой, вы прошлись триммером, но у вас все равно остались какие-то куски травы, которые торчат. К сожалению, сейчас еще травы не было, поэтому рассказываю вам очень образно. Например, я начала увлекаться японским садиком. А в этих садиках, как вы знаете, газон должен быть идеальным. Да его еще и маленькие кусочки, да к тому же он еще между камнями. И чтобы постричь этот идеальный газон, вот таким инструментом вы работаете по траве. А, собственно, стрижет очень быстро, лезвие остро заточенное, тоже швейцарского производства. И насадочки со временем, если через несколько лет вышли из строя, тоже вы сможете поменять. Это насадочка для травы. Но Изи у нас многофункциональный инструмент. Насадки менять очень легко, и сейчас я вам все их покажу. Смотрите, две кнопки по бокам, и мы насадку сняли. Что приятно, вы не видите никакого грязного механизма внутри. Все закрыто, и вот эта подошва с насадочкой тоже закрыта, все чистенько. Только вот здесь вот, собственно, масло, которое смазывает весь механизм. Так все чисто, все закрыто, никакая грязь не попадает вовнутрь. И вместо такой насадки для травы мы с вами возьмем насадку для кустов. И тоже еще сразу вопрос, насколько хватает аккумулятора? У многих вопрос. И также есть еще вопрос по гарантии. Сколько лет гарантии дает бренд Bosch на, возможно, каждое из изделий, если есть такая информация? Да, конечно, гарантия – это очень важно. И здесь у меня для вас очень приятная и интересная информация. Стандартная гарантия – это 2 года на садовые, на инструмент для домашних мастеров. Но кроме этого, если вы зарегистрируетесь на сайте после покупки, то Bosch вам подарит еще один год гарантии.
И что самое интересное, если у вас инструмент сломался, то прямо в интернете вы можете заказать такую услугу, как доставка инструмента в сервис. Mm-hmm. То есть вам не нужно, например, косилку или даже вот такие маленькие ножницы вести в сервис. Вы заказываете, к вам приезжают, берут инструмент и увозят. То есть все для удобства наших дачников. И это работает, что важно, по всей территории России, а не только, например, Москва и ближайшее Подмосковье. Но это очень удобно, и при этом я хочу отметить, что действительно сегодня вы все приобретаете по хорошим ценам, пока мы не приступили к сладкому, как говорится, да. Посмотрите, уже сейчас, вот, например, на данное изделие есть хорошие скидки, да, вы видите, и 11%, и 13%, и еще 13%. Вот, все эти цены сейчас здесь обозначены, поэтому смелее делайте правильный выбор и заказывайте данные предложения. Сейчас хороший вариант, еще целый час после завершения эфира будет действовать такое предложение. Мне кажется, это очень удобно. Даже минимальная скидка на бренд Bosch, мне кажется, это уже большой выигрыш. Так, все, можем что, приступать тогда? Я еще на что не ответила, извиняюсь, это время работы. Да. Работать они будут около 50 минут, но опять все будет зависеть от того, что вы будете делать. Или, например, стричь траву, или все-таки что-то срезать. Потому что если вы срезаете вот такой насадкой кусторезом, который 12 сантиметров, то вам могут попасться какие-то толстые ветки. Ну, например, мы сейчас возьмем ветку даже из нашего букета. Если это что-то тоненькое, вот так он режет легко. А если что-то потолще, вы видите, ветка вот на пределе возможности. В кустах часто такие ветки, они не растут. Вот, но они попадаются. Когда эта ветка попадает в ножницы, они не застревают, они продолжают ее как бы перегрызать. Это антиблокировочная технология. И перегрызать будут, пока все не сгрызут. Ты знаешь что, Юль, я не могу просто молчать, но дело в том, что на те товары, которые есть в перечне, и на которые уже нет скидки, их уже нет в наличии на платформе Озон. А именно это и стеклоочистители. Ты представляешь, насколько быстро? И тот самый аккумуляторный секатор, вот о котором мы говорили только что, уже нету в наличии. Вот насколько быстро разбирают качественную технику. Поэтому вы лучше не рассуждайте долго, да, не мудрствуя лукаво, сразу приобретайте. Так. Тем более дачный сезон уже начался, и очень активно все начали покупать. Тут вопрос еще. А вот лезвие можно ли точить? Мы не советуем точить, потому что вот такого качества заточки вам все-таки не удастся добиться. Но их вполне можно купить, они все продаются как аксессуары, и заменить. И это будет не очень дорого. Вот аксессуары, собственно, не такие дорогие, чтобы не позволить себе эту замену там раз примерно года в 3, в 4 или в 5, по мере износа этих ножниц. Класс. Итак, да, что сейчас покажу? А сейчас мы с вами, собственно, стрижку покажем. Так. Давайте начнем вот с такой туйки. Эта туя шарообразная, но, как вы видите, у нее все равно есть вот такие вот редкие выступающие элементы. Что мы делаем? Мы такую штую будем превращать в аккуратный шарик. И, собственно, вот эта работа по превращению туи в шарик, это тоже своего рода наслаждение. Некоторые вот так вот отдыхают, отвлекаются, забывают обо всем, потому что очень медленными, плавными движениями, никуда не торопясь, вы из мохнатого создания делаете себе такой аккуратный, волшебный шарик. Юль, ну такой у тебя точно есть вариант, да, инструмента? Да, да. Ножницы Изио были изобретены Бошем, именно изобретены, я не оговорилась, примерно лет 7 назад. Это была первая модификация, а сейчас мы уже имеем третью. Они улучшаются, становятся лучше, улучшается индикатор зарядки, мягкие накладочки появляются. Остается вот этот эргономичный корпус и легкий вес меньше, чем 0,5 килограмма. Собственно, только улучшения мы в них видим, и все преимущества остаются. Ну вот, одну тую мы с вами подстригли. Вы видите, она стала практически вот таким аккуратным шариком. А запах-то какой? Чувствуешь, да? Кусок здоровья как будто, вот правда. Мы пока не можем его передать, к сожалению, но
Я даже если... Ой, ножи понюхать, боже мой, это волшебный запах. Смотри, тут для меня, например, не совсем ожидаемые вопросы. Вот не знаю, смотри, спрашивают, а можно ли штангу для ножниц отдельно купить, потому что ножницы зимой купили, но без штанги? И такой же обратный вопрос, а можно и лезвие, можно для кустов отдельно купить? Да, все можно. И сейчас как раз спасибо за вопрос. Mm-hmm. Вы мне напомнили, что можно уже и к штанге перейти. Так. Для этого мы с вами снимем насадочку кусторез. Опять оденем вот так вот быстро насадочку для травы и берем нашу штангу. И посмотрите тоже, как легко и быстро брюки превращаются. Превращаются брюки. Раз, вот, превратились быстро. Мы, собственно, одели наши ножницы на штангу. И если вы их опускаете, вы видите, здесь колесики есть. Включение производится наверху. Они могут ехать практически сами по себе, и вы стрижете траву, которую не достригли. А в каких моментах это удобно? Когда вдоль бордюра что-то вы не закончили косилкой или триммером. Вы можете пройти это все ножницами и, собственно, доделать всю работу. То есть в таком положении ножницы заменяют вам триммер. Но не только это. Как всегда, я люблю показывать какие-нибудь фокусы, эксперименты. Да. Смотрите, есть такая специальная кнопочка на ножницах, которая позволяет регулировать их угол наклона. Казалось бы, зачем? Так-то вы все равно не подстрижете траву. Угу. А это для того, чтобы поднять их на высоту и подстричь какие-то деревья сверху. Это можно делать насадкой и для травы, и насадкой для кустов. А включаются они также снизу. Видите, на какую высоту вот я их поднимаю без всякого усилия. Это мой рост, плюс еще штанга, а штанга раскладывается от 80 до 115 сантиметров и продается отдельно. Это отвечая на вопрос нашего пользователя. Вот тут она подкручивается, может складываться до минимального расстояния. Видите, какая маленькая, можно хранить удобно. А если нужно разложить, то максимальная величина, и опять вы ее закручиваете и фиксируете. Юля, это же правильно, вот буквально секунду перебью тебя, но это же очень удобно, даже вот я видела у многих, действительно, ведь растут те же туи, но огромные, да, вот полный рост, и иногда только одна туя, да, там и нет возможности нанять садовника, мы же тоже можем даже ставить на лесенку, если необходимо, если очень высокая, но мы можем им подстричь, получается? Конечно, Кристин, вот мы с тобой точно сможем, я всегда в нас верю. Да, это хорошо. Мы мастерицы. И, конечно же, заменив эту насадку на кусторез, вы встанете на лестницу или снизу легко что-то подровняете. Но если работа большая, лучше использовать кусторез побольше, который тоже есть у Боша, 40, 45, 55 сантиметров. Выбираете аккумуляторный, электрический, а этими ножницами подровняйте верхушку, что-то вам показалось не совсем идеально. Или, например, есть такие растения, как ирга, вы, наверное, знаете. Оно длинное, наверху ягоды, наши друзья-грачи помогают нам со сбором урожая. Но если хотите сами что-то попробовать, вы начните ее стричь, и когда оно у вас вырастет метра полтора, вот такими ножницами просто равняйте сверху, и у вас ирга будет превращаться в такой вот купол. Наверху будут всегда ягоды, все будут довольны. А тут также спрашивают, а это все один комплект или это все раздельно нужно приобретать? Тоже очень важный вопрос, что хорошо, что все эти инструменты вы можете приобрести отдельно. Например, Визио. Визио вы приобретаете сейчас на сайте Озона, ну, по наличию товара, я надеюсь, еще что-то вам останется. Или Изио с насадками для травы и для кустов. Или Изио с одной насадкой для травы, как эта модель. Или Изио с насадкой для травы и штангой. Угу. Я думаю, очень хорошая модель, вот насадка для травы плюс штанга, чтобы и на высоте работать, и работать вместо триммера. А, например, насадку для кустореза вы можете купить и отдельно. Все продается отдельно. А смотрите, вот тоже очень интересный, на мой взгляд, вопрос. А эти ножницы могут ли заменить газонокосилку или триммер, если газон небольшой?
Ой, как я люблю вопрос. Спасибо, спасибо. Кто задал? Это вот Галина задала. Галечка, вы просто супер. Сейчас все расскажу. Жаль, у меня нет еще полутора часов именно для вас. Если у вас есть газон, даже небольшой, пусть одна соточка, берите маленькую косилку, Галя, вот рекомендую. Почему? Потому что только косилка от ширины 32 сантиметра создаст вам ровный газончик, который будет радовать. А любой другой инструмент, который не стоит твердо на четырех колесах, будет вам травку выщипывать и оставлять газон разной высоты. А вот такие ножницы вам нужны будут, чтобы достричь траву где-то по краю, например, в труднодоступных местах, под кустами, под деревьями, вокруг лавочки обстричь, альпийскую горку, вокруг клумбы. Вот там, где руками, ножницами, обычными ручными, вы не будете ползать и делать. А с этими ножницами или наклонившись, делаете быстро, или применив штангу. Ну и одновременно, конечно же, будете ухаживать за своими туями, которые можно стричь, кстати, и этой насадочкой довольно быстро и легко. Но насадкой для кустов у вас будет создаваться более плавный, ровный и красивый рельеф. Ты знаешь, Юль, вообще это все прекрасно, действительно пишут, это очень удобно и быстро, но у меня к тебе огромная просьба, я уже в принципе определилась с брендом, в котором бы я хотела бы работать, если бы я хотела связать свою жизнь именно с техникой, мне очень нравится Bosch, и это серьезно, уже мы уже испытали много чего от данного бренда, но те, кто, возможно, только присоединились, не видели того, что у нас сегодня здесь с тобой было, поскольку остается 9 минут буквально, да, время пролетело, давай буквально по 2 минутки на каждое изделие, которое сегодня представлено. Давай. Сейчас мы быстро пройдем в ускоренном режиме. Да. И говорить я буду тоже быстро, а вы запоминайте, записывайте артикулы и комплектации. Итак, начинаем мы со стеклоочистителя. Для чего он? Для мойки стекол. Вот сейчас у нас стекло уже не такое грязное, как было в начале. И демонстрировать я буду вам вот этот аккумуляторный вакуумный стеклоочиститель Bosch. Он состоит из комплекта, в который входит пульверизатор с мягкой накладочкой для того, чтобы окно помыть. В пульверизатор заливается любое моющее средство для окон. И, собственно, стеклоочиститель. У него существует две насадки. Насадка поменьше, которая надета здесь сейчас. Сейчас мы ее снимем, оденем насадочку побольше, угу, и покажем вам. Она, мне кажется, более такая удобная даже в пользовании. Она идет в стандартном, самом дешевом комплекте по цене доступном. После того, как пульверизатором вы набрызгали и помыли стекло, сейчас уже начинаем мыть, вот так вот щеточкой помыли, оттерли грязь. Потом начинается основная задача. Вам нужно собрать эту воду и, собственно, почистить стекло. Класс вообще! Да, вот спрашивает Егор, да, есть ли большая насадка. Вот сейчас как раз демонстрируют именно этой насадкой. Вы чуть ранее задали вопрос. Посмотрите, насколько это делает все быстрее и удобнее. Мне очень нравится. Если до конца вы не дошли и вам помешал подоконник, вам неудобно, то вот таким движением вы, собственно, завершаете мойку. Угу. Итак, стеклоочиститель. Он включает в комплект или две насадочки, и две мягкие насадки для пульверизатора, большую и маленькую. Либо же в нем будет в начальном комплекте одна насадочка и одна насадка для пульверизатора. И вот я хочу сказать, комплект, что, к сожалению, на платформе Озон уже закончились данные великолепные стеклоочистители, но вы можете поставить отметку, напомнить о поступлении или узнать о поступлении. И вот тогда, как только он появится на платформе Озон, вы сможете его заказать. Мне кажется, очень классная вещь, потому что действительно сейчас будет уже, все будем готовиться к Пасхе, тоже мыть окна, да, это тоже всегда пригодится. Плюс, вот даже до этого говорили, что можно так помыть машинное стекло, и это действительно очень быстро, удобно. А главное, вы даже руки не испачкали. Так. Да, и я и дальше не собираюсь их пачкать. И где нужно, применю перчатки. Аккумуляторная ножовка садовая Кео 10,8 вольт со съемной А-образной насадкой для захвата веток. Служит для того, чтобы работать одной рукой, работать очень удобно на высоте. Если мы ее подводим к ветке, вы видите, что ветка фиксируется вот этими зажимами. И одной рукой вы нажимаете, все, все обрезано. Моментально не успела прицелиться и заметить, да. Сейчас давайте еще. Все.
насадочка эта съемная, можно менять. И еще что здесь интересно, это, собственно, самые пильные полотна. Полотна, они стандартные, с стандартным посадочным местом. И полотна вы можете взять, не, кроме того, для дерева, которое входит в комплект, купить вот такие бошевские полотна или не бошевского производства. Угу. Ну вот у нас есть для металла, для дерева, для пластика, для дерева и для дерева, для металла. И все эти полотна подойдут, собственно, к сабельной пиле садовой. Мне кажется, вот это вообще удобный вариант, особенно для тех, кто любит мастерить, для тех, кто действительно любит делать какие-то такие домашние хозяйственные штуки, да, в саду, и еще плюс столько насадок, все это вы можете как раз-таки приобретать. Но нам пора идти дальше, потому что 5 минут до конца стрима остается, следующей позиции тоже нет, но вы тоже можете нажать уже уведомление, да, узнать о появлении товара, и вот тогда вы сразу его точно закажете, как только он появится на платформе Озон. Так. Новинка, которую мы выводим на рынок, последняя модификация аккумуляторного секатора, со следующей недели должна появиться в продаже, и она появится в магазине Озон, я надеюсь. Аккумуляторный секатор с силовым датчиком, с приводом, который позволяет вам стягивать ручки и не прикладывать усилий, когда вашей силы не хватает для резания веток. Разрезает ветки до 2,5 см, а на одном заряде вы перережете примерно 450 веток. Блокировка, защита от включения, и зарядка идет от мини-USB. Очень практичная и хорошо, удобно. Удобно. Ну и что ж, пойдем к красивому еще одному изделию. При этом здесь представлены сразу две вот такие великолепные туи. Прекрасно, мне очень нравится. Да. А главное, как это хорошо смотрится в саду. Тут, кстати, пишут, Юля, прекрасно. Сразу видно, что эксперт. Это мужчина, кстати, пишет. Я это просто все люблю. Все идет от любви. Итак, Изио, маленькая. Ох. Как комплимент сделали, я прям забыла, о чем рассказывать. Спасибо. Маленький аккумуляторный помощник в вашем саду, аккумуляторные ножницы для стрижки для травы и для придания формы кустам. Вот сейчас за последнюю минуту смотрите, как мы можем. Выравнивается верх кустика. Это делается для чего? Чтобы куст вверху к началу лета начал у вас разрастаться и был более таким пушистым. И точно так же вы выравниваете куст по бокам. Вот таким вот движением, плавным, аккуратным, никуда не спеша, вы выравниваете всю тую. Почему надо стричь? Чтобы они росли более пушистыми, и если вы сделаете это весной, то к лету вы получите, особенно к концу лета, очень свежие, очень пушистые, обновленные туи. Пока стрижете, еще и получаете сеанс ароматерапии. Пахнут они волшебно, пахнут хвоей, пахнут просто непередаваемо. При этом сегодня действительно удобно, что еще есть дополнительный, да, скажем так, функционал у данного агрегата. Да, сегодня вы можете приобрести Изио в комплектации с ножом для травы и кустов, с ножом для травы или с ножом для травы и со штангой, которая заменит вам и триммер, класс, и высоторез. Мне очень нравится. Посмотрите, сколько позиций сегодня разобрали. При этом вот хочется сразу обратиться к тем, кто пишет: поймите, люди, вы сами сможете все опилить, вы сами сможете все сделать. Слушайте, но вы, собственно, и мясо можете сами добыть, пойти на охоту, сделать. Да, сейчас бренд Bosch, мне кажется, экономит ваше время, сохраняет ваше здоровье. Ведь на самом деле, вот мне кажется, это же приятно, да, Юль, ухаживать за садом. Но когда ты портишь руки себе и мучаешься, это будет никому неприятно. А здесь это действительно как медитация. Это медитация, это комфорт, это очень легкая, удобная работа. И это, собственно, подарок, который вы делаете себе сами. Вам легко, комфортно, и вы создаете прекрасный сад, красоту и удовольствие в жизни. Что еще надо? Да, и посмотрите, все эти позиции, например, уже стеклоочистители закончились, секатор закончился, да? Хочется сказать, ставьте уведомление о поступлении товара. Тогда у вас будет. Кто-то спрашивал, будет ли стрим в записи. Да, скорее всего, он будет в записи на платформе Озон. Когда будут дальнейшие стримы Bosch? Я надеюсь, в скором времени, потому что всегда приятно действительно рассматривать качественные изделия, и при этом вот Максим показывает все детально. Это, кстати, и визуально очень красиво. А давай еще раз напомним, сколько каждый из них держит аккумулятор.
Давайте. Я напомню, что мы говорим даже не о времени, а о количестве работы, которые можете сделать. Например, Кео может разрезать от 20 до 190 веточек за одну зарядку аккумулятора. Глазвак – это наш стеклоочиститель, который на соседнем стенде, он помоет 35 окон на одном зарядке, на одной зарядке. А Изио примерно будет минут 50 работать, прежде чем, собственно, сядет, а вы будете стричь траву и придавать форму кустам. Аккумуляторный секатор, ну это вообще прелесть, 450 срезов на одном заряде. Это значит, что за один сезон вам нужно будет всего лишь, возможно, один раз зарядить этот секатор. И, возможно, этого вам будет достаточно. Ну, я тебя благодарю просто, Юля. Спасибо огромное тебе. Спасибо роскошному бренду Bosch. Конечно, мы ждем снова вас в гости. Обязательно приходи. Мне кажется, что сейчас только начинается сезон сада. И вот сейчас нужно видеть тебя чаще. Приходи еще. Обязательно. Приглашайте. Я приду, я все вам расскажу о саде. Спасибо огромное. Оставайтесь и далее на платформе Озон. Пока-пока.